Вкусно? Пока еще дождик не пошел. Если ты увидишь большую точку, сразу мне говори. Хорошо. Кто там точку поищу увидеть? Хорошо, моя сладкая. Если маленькая, то я тебя сразу оставлю на улице. А если большая? То я тебе скажу, сразу же бегай в дом. А мне? Хорошо. А и... папу? Нет. Папа пусть под дождем мокнет? Да. Почему? Потому что он сильный. Он сильный? Он может погнать точку. Он, понятно, пап? Ты сильный, можешь точку прогнать. Молодец, Машенька, да, молодец. Правильно говоришь. А ты не сильный, сразу же бегай в дом. Хорошо, доченька. Если там похабно, то ты забегаешь сразу с другой стороны. Хорошо, договорились. Я там кондей включила. Да у нее еще мой есть белок холодный. Белок холодный? Он еще поечай, на. Он еще поечет. Ой, вкусненький. Он все поечет. Что сделает? Он все поечет, из мою головку поечет. Он холодненький. Головку полечит. Холодненький. Моя ты сладкая. А ну-ка смотри сейчас. Ой, точно. Ой, доченька, ну практически перестала головка болеть. Реально холодненькое яичко. Прям хорошо. Ой, вкусненько, да? Рыбку кушаешь. Теперь ты у меня в белке. А где он у меня? Вот. На лбу, что ли? Да. Да ты чё?